Ереван может не дать согласия на участие азербайджанской делегации в заседании Межправительственного совета ЕАЭС, как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. Об этом в пятницу сказал журналистам вице-премьер Армении Мгер Григорян. Ранее агентство РБК со ссылкой на 3 дипломатических источника в России и в Армении, а также в аппарате организации писало, что страны Евразийского экономического союза обсуждают возможное участие азербайджанской делегации в заседании Межправсовета ЕАЭС, запланированного в Казани 29-30 апреля. На вопрос, возможно ли вето Еревана, вице-премьер сказал: «Конечно, возможно, но это процесс, в рамках которого будет выражена позиция». Он добавил, что называть это вето нельзя. Это вопрос согласования или несогласования. Есть формальный процесс, который в ближайшие дни завершится. И я лично скажу, процесс предполагает согласование в заседании другой стороны, что не предусматривает какого-то содержательного процесса. Просто наступит день, и мы скажем «да» или «нет», отметил Григорян.